Влад, отойди куда-нибудь. Нет, просто я не хочу сцепление жечь. Я много попыток не делал, я просто не хочу жечь. Мне кажется, сейчас она начнет вонять. Ты полный привод включи и пониженную. И блокировку, и давай. А мы сейчас с Владом, хочешь, давай потянем. Вытащи ее чуть-чуть еще. Вытащи, а ребят, ты сделал на пониженной, ты не сожмешь сцепление. А мы еще потянем. Вы как бурлаки на Волге. Давай, давай, газуй. Пониженную, полный привод, дифференциал. Все, давай. Включай. Да ладно, глуши. Чтобы прочитали, где от нее кнопки. Еще назад дай, и ты ходом здесь пройдешь, если она у тебя назад идет. А ее вот эта веточка держала. Все, стой. Все. Вперед. Тогда вперед. Чуть-чуть. Давай, вперед. Газуй только лебедкой, тяни его и все. Только лебедкой. Ты когда газуешь, зарываешься в землю. Только... На нейтралку поставишь, что ли? Лучше, да. Лучше чуть-чуть под газовую. На нейтралку поставь и тяни. А он... Как лебедку он просто... Дофига. Так, отходите отсюда. Если лебедка порвется... Артем, помогай. Своим закрой. Лебедка порвется. Давай, давай еще. Она у тебя сейчас вылезет левым колесом. Давай. Все, ты чуешь, все. Все, теперь можешь бедовать, давай. Ну, пожалуйста, попробуй бедовать. Сломается. Это прям на них. Давай, пробуй. Нет, ты... Руль поверни. Давай туда. Давай, может, на это держи. Загорай! Давай,
сейчас ходим, она может порваться и...